лета 43-го. Немецкое командование готовит крупное наступление под Курском. Операция имеет условное название «Цитадель». Главная задача вермахта – вернуть стратегическую инициативу в войне против Советского Союза. Для проведения операции на этом участке фронта немцы сосредоточили около 50 дивизий, в том числе 18 танковых. Мощные ударные группировки насчитывают почти 3000 танков и штурмовых орудий. Большие надежды возлагаются на новейшие тяжелые танки «Тигр» и «Пантера». Предполагалось, что мощная броня этих машин будет не по силам советским орудиям. Но впереди немцев ждал неприятный сюрприз. Советское командование в срочном порядке перебрасывает под Курск тяжелые самоходные артиллерийские установки. Их грозные орудия с расстояния 1,5 километра способны пробить броню толщиной 120 миллиметров. Ни один танк вермахта на тот момент не мог противостоять их сокрушительной силе. Против «Тигров» и «Пантер» на Курской дуге выступил советский «Зверобой» — самоходная артиллерийская установка Су-152. В 1941-го, измотав противника в битве под Москвой, советские войска перешли в контрнаступление. В результате враг был отброшен от стен столицы почти на 250 километров. После столь успешного наступления Ставка Верховного Главнокомандующего начала разрабатывать планы очередного крупномасштабного наступления. Руководство Красной Армии понимало, что наши войска столкнутся с мощными оборонительными укреплениями противника. И для их успешного прорыва требовалось боевое средство, способное эффективно бороться с этими инженерными сооружениями, не снижая темпов наступления. Именно такими качествами должна была обладать тяжелая самоходная артиллерия, которой в Советском Союзе на тот момент не было. Ситуацию нужно было срочно исправлять. 4 января 1943 года Государственный комитет обороны поставил задачу разработать и изготовить опытный образец тяжелой самоходки. Общее руководство поручили главному конструктору Жозефу Котину. Работы по созданию тяжелой САУ осуществлялись на Челябинском Кировском заводе, на котором в то время выпускали тяжелые танки КВ. За основу новой самоходки взяли базу тяжелого танка КВ-1С. Наиболее рациональной была пушка гаубица МЛ-20 калибра 152 мм. Наиболее эффективным оружием при рассмотрении различных артиллерийских систем, которые обладали мощной разрушительной силой и эффективной дальностью стрельбы, наиболее оптимальным по габаритам, по разрушительной силе оказалась вот эта пушка МЛ-20. Опытный образец был выполнен в рекордно короткие сроки, всего за 20 дней. 14 февраля 1943 года самоходная установка была принята на вооружение Красной Армии под обозначением Су-152. Тяжелая самоходная установка Су-152. Боевая масса 45,5 тонн. Экипаж 5 человек. Оружие – гаубица-пушка калибра 152 мм. Мощность дизеля – 600 лошадиных сил. Максимальная скорость – 43 км в час. Самоходка Су-152 была очень грозным оружием. Полностью бронированная, она в первую очередь решала задачи по уничтожению огневых средств пехоты, противотанковых орудий, долговременных огневых точек и сильно укрепленных оборонительных полос противника. Пушка-гаубица позволяла вести прицельный огонь как прямой наводкой, так и по навесной траектории, ведя огонь над наступающими войсками, закрытыми участками и препятствиями. Бетонобойный снаряд массой свыше 50 килограммов уверенно пробивал железобетонную стену толщиной до 1 метра. И это с расстояния 1,5 километров. Также тяжелые самоходные артиллерийские установки за счет мощного калибра уничтожали выдвигающиеся резервы противника. Также они привлекались для подавления
артиллерии противника. И иногда применялись в период артиллерийской подготовки при наступлении. Впрочем, разрушать долговременные огневые точки противника новым самоходкам пришлось не сразу. Боевое крещение они получили в боях на Курской дуге в июле 43-го. Здесь их решили использовать как мощное противотанковое средство. Дело в том, что к лету 43-го года ни танк КВ-1, ни Т-34 уже не могли эффективно противостоять новым немецким танкам «Тигр» и «Пантера». Пушка калибра 76 мм, которая стояла на наших танках, могла пробить бортовую броню «Тигра» лишь с расстояния 200 метров. А тот же «Тигр» с пушкой калибра 88 мм уверенно пробивал наши танки уже с расстояния 1,5 км. Именно поэтому самоходка Су-152 на тот момент как нельзя лучше подходила для борьбы с этим немецким зверем. С того же расстояния 1,5 км бронебойный снаряд нашей самоходки уверенно пробивал лобовую броню «Тигра». И если на больших дальностях даже не получалось пробить броню танка, удар снаряда весом почти 50 кг был настолько мощным, что гарантированно выводил из строя узлы и механизмы любой бронетехники. За успехи в борьбе с немецкими тяжелыми танками «Тигр» и «Пантера» советские солдаты уважительно прозвали эту мощную тяжелую самоходную установку «Зверобой». Су-152 продолжали активно использоваться в боевых действиях и после битвы под Курском. Их применяли и как штурмовые орудия, и в качестве грозных истребителей танков. Начиная со второй половины 43-го года, «Зверобой» уже участвовал в боях на всех фронтах – от Ленинграда до Крыма. У Су-152 были и недостатки. Недостаточная вентиляция боевого отделения нередко приводила к повышенной загазованности. Также от танка КВ-1С самоходка унаследовала и несовершенство трансмиссии. В частности, бортовые фрикционы, они не в полной мере позволяли реализовать мощь двигателя. Вот. И машина, скажем так, недостаточно легко была управляема. Судьба Су-152 была тесно связана с судьбой танка КВ-1С, на базе которого она и производилась. Как только выпуск танков прекратили, перестали строить и эти самоходки. В декабре 43-го серийное производство Су-152 было полностью прекращено. Всего за годы Великой Отечественной войны было выпущено 670 таких самоходных установок. Но на этом история «Зверобоя» не закончилась. К тому моменту советская промышленность наладила выпуск новых тяжелых танков. Это были танки ИС «Иосиф Сталин». На их базе было принято решение строить новые тяжелые самоходные установки. Так в войсках появился усовершенствованный «Зверобой» ИСУ-152. Самоходка принципиальными новшествами в компоновке не отличалась. Из-за меньшей высоты корпуса танка ИС пришлось немного увеличить высоту броневых листов рубки боевой машины. Углы наклона броневых листов уменьшились, а толщина, наоборот, увеличилась. Была улучшена вентиляция боевого отделения за счет дополнительного вентилятора. При интенсивной стрельбе боевой расчет также себя чувствовал более комфортно. Ну и принципиально это, конечно, новая база. И вот эта новая база позволила установить уже планетарные механизмы поворота, были установлены вместо бортовых фрикционов. Поэтому управление тяжелой самоходной артиллерийской установкой было намного легче. Боевые задачи нового «Зверобоя» остались прежними. Самоходку использовали в первую очередь для уничтожения сильно укрепленных оборонительных полос противника. Также их регулярно применяли и в качестве истребителей танков. Особенно хорошо тяжелые самоходки зарекомендовали себя в уличных боях, где их гаубичный огонь выбивал из траншей и городских укреплений окопавшегося врага. Хорошее бронирование самоходки позволяло выдвигаться на дистанцию выстрела прямой наводкой для уничтожения вражеских огневых точек. Для обычной буксируемой артиллерии это было смертельно опасно из-за вражеского пулеметного и прицельного снайперского огня. Немалая часть успехов в штурме многих европейских городов
принадлежит самоходчикам, которые воевали на легендарных зверобоях. Самоходные артиллерийские установки принимали участие и в завершающей операции по взятию Берлина, достойно завершив свой славный боевой путь.